Это книга о рождении и взрослении мальчика московского, который родился в 1950 году. Мне даже иногда странно смотреть на себя в зеркало и думать, что мне вот через 4 месяца будет 73 года. Вот, я родился в 50 году. И вот о том, как я родился, как мы жили в разных квартирах с мамой, с папой, бабушкой одной, бабушкой другой, как потом у нас появилась отдельная квартира, какие у меня были друзья во дворе, в квартире, в коридорах, в коммуналочных и в разных дворах, как я пошел в школу и как я дружил. Конечно, там очень много про любовь, как я влюблялся в девочек, как девочки меня, как положено девочкам. Что они делали со мной? Хейтили. Бросали, естественно, и как я страдал по этому поводу. Вот. И все вот это вот, вот доведена эта книга до... Если вы не рассердитесь, если я надену кепку, потому что очень печет. Вот. Доведена эта книга до мая 1972 года, когда умер мой папа, писатель Виктор Драгунский. И таким образом, мне кажется, что вот моя в этом смысле жизнь немножечко переломилась, понимаете, в этом смысле. Ну, так чисто вот. Ну, по-всякому, ну, понятно, что случается с человеком, у которого умирает его любимый отец. Причем, когда человеку 21 год всего с половиной. Вот. Вот эта книга вот примерно про это. Но главное, там, конечно, главная тема – это вот эти вот взаимоотношения не только Дениса Драгунского и Дениса Кораблева, но и вообще взаимоотношения литературы и жизни. Меня когда-то спрашивали о том, вот скажите, пожалуйста, Денис Викторович, вы там жили там в такие-то годы, там вы стали книжным героем. Это какой-то журнал детский. Даже не детское, а такое что-то типа, знаете, «Домашний очаг», там вот такой вот для детей, для семейных проблем, для мам и пап. У вас, конечно, были игрушки. Скажите, какие у вас были главные игрушки? Какие игрушки на вас произвели наиболее впечатление больше? Какие игрушки, так сказать, вашу жизнь определили в каком-то смысле, там, повлияли? Ну, естественно, ответ у меня один. Это самосвал, который я выменял на светлячка, согласно рассказу, он живой и светится. И это, конечно, плюшевый медведь, которого мне мама предложила вместо боксерской груши тренировать об него силу удара. А я вспомнил, как это было все замечательно, и, соответственно, как я дружил с этим мишкой, и оставил это дело и пожалел этого мишку, и не стал ее бить. Его бить. Вот. Две таких игрушки. И действительно, вот такие две игрушки сформировали как бы мое я. Но проблема заключается в том, что на самом деле этих игрушек у меня не было, конечно же. Это все придумал мой папа. Он написал это в своих рассказах. И настолько это было, ну, как-то меня впечатлило, и настолько я к этому привык, что мне теперь кажется, что эти игрушки вошли в мою жизнь как настоящие. И вот так вот во многом, понимаете, а многие мои, так сказать, воспоминания, мне трудно иногда... Вот возьмите стулья, что вы стоите там в тень, отодвиньте их и все. Вот, мне трудно иногда понять, где что-то я помню сам, а где что-то я помню рассказ моего папы или рассказ о моей маме, о моем детстве и так далее. Вы знаете, это на самом деле может показаться, если это как удивительно, какой странный мальчик. Он думает, не может развести эти две вещи. Но на самом деле это совершенно естественно, потому что я это узнал потом, когда стал заниматься, уже стал студентом, стал проходить разные там дисциплины, в том числе там социальную психологию, но не как студент, а как любитель просто интересовался, что мы, не знаю, 90%, а может быть 95% наших мнений и убеждений мы берем из прессы,
из телевизора, раньше брали из газет, из общества и так далее. Вот мы, например, рассуждаем о каких-то политических деятелях прошлого и говорит, я больше люблю, допустим, Петра Первого, а я больше люблю Александра Первого. Или наоборот, понимаете? Я говорю, а почему ты его любишь? Ты что, с ним чай пил, что ли, вообще? Разговаривал? Ты изучал специально эту проблему? Да нет, человек просто прочел какую-то научно-популярную книжку. Ему показалась она симпатичной. И вот теперь он говорит, что таковы его убеждения. А на самом деле это просто убеждения автора той книжки, которую он прочел. И он даже не то, что разделяет эти убеждения, это слишком сильно. Он просто, ну, почему-то повторяет за ним. И так очень часто в нашей жизни происходит, и в этом нет ничего удивительного. Но мне это было просто интересно разобраться в том, как это происходит у меня. Ну и, конечно, конечно, может быть, если вам вы эту книжку... Да, вот, кстати, вот я хочу сказать, что эта книжка сейчас, к сожалению, уже все выпродали. Но эту книжку можно купить по интернету, естественно, заказать. Ее можно заказать в электронном виде. Она выйдет в аудио-виде в октябре месяце, уже запись закончили, сейчас ее редактируют и чистят. Очень хороший актер по фамилии Феклистов, Александр Феклистов, читает эту вещь, и очень приятно. И кроме того, как говорится, здесь присутствуют издатели, пусть они зажмурят уши и закроют глаза, конечно, эта книжка появится где-то через, там, не знаю, через 2 недели в пиратских скачках, понимаете? Ее можно будет просто бесплатно скачать в интернете совершенно спокойно и, как говорится, не парясь и не заморачиваясь. Вот. Я отношусь к тому, может быть, не знаю, небольшому количеству писателей, которые не против пиратства, а которые, так сказать, я люблю, пусть скачивают, пусть читают, понимаете? Потому что я все-таки пишу свои книжки для того, чтобы их читали, а не для того, чтобы на них заработать весьма, кстати говоря, скромную сумму. Понимаете, если бы я был бы писатель, который издавался бы какими-то миллионными тиражами, я мог бы сказать, ага, вот они скачивают, я мог бы зарабатывать там, не знаю, там 3 миллиона рублей. А они меня лишили, и теперь я заработаю только там 300 тысяч. Но это ж не про меня. Мои гонорары – это вот такие вот, понимаете, крохопуличные. Поэтому пускай скачивают, пускай читают. Главное, чтобы читали. Остальное уж деньги как-нибудь мы заработаем, бутылки сдадим, понимаете? Вот. И вот в этой вот книге очень много подробностей жизни 50-х годов и 60-х. Для меня очень ценных и дорогих, и я, потому что я вот жил, так сказать, купался и барахтался в этом быту. И я думаю, что это будет интересно для читателей этой книги, если они интересуются этой жизнью. Вот, например, одна очень важная проблема, которая проскакивает в этой книге все время, это проблема социального неравенства. Извините, пожалуйста. Когда я еще писатель просто, я еще пишу свои рассказы, у меня их довольно много, я написал 20, эта книжка 24-я у меня, хотя я начал писать очень поздно, я начал писать в 57 лет только, до этого занимался другими очень интересными, почтенными, вполне, так сказать, дающими возможность заработка делами, ну тоже в журналистике, в политическом консультировании и так далее, вот. Начал писать 57 лет, и вот за это время я с 9-го года, когда у меня вышла первая книжка, я уже 24 штуки их написал. И вот мне про мои рассказы часто говорят, вот что у вас в рассказах так очень много вот социальных каких-то штучек? Не в том смысле, что я пишу про рабочие классы, так сказать, капиталистов, нет, упаси Господь, а в том смысле, что я пишу, что вот молодой человек с девушкой познакомились, подружились, а потом ничего у них не получилось, потому что, ну говоря, грубо говоря, он титулярный советник, а она генеральская дочь. Понимаете, как подпелась старинная русская песня. Ну или наоборот, он там
генеральский сын, а она там, не знаю, дочка там медсестры. Там, понимаете, вот. Не получилось, не сошлось вот у них социально что-то, не сошлось. Мне говорят, ну что, какой бред, какая чепуха, ну раз так бывает. Ну, во-первых, любовь все побеждает. Ну, это отдельный разговор. Конечно, она не все побеждает. Есть вещи, которые побеждают любовь, просто на раз ставят любовь и детский мат, понимаете, как гроссмейстер с мальчиком из шахматного кружка, там, у пионеров. Вот. Но даже не в этом дело. Мне еще говорят, ну чего вы, тем более, что вы молодой человек из советского... Если бы вы были бы из 90-х, то понятно, там, олигархи, там, бедные обнищавшие города, да. А вы же из советского прошлого, там же были все равны. Ну, я не знаю, кто-нибудь, может быть, и был равен. А мне так сильно повезло или не повезло, думаете сами, что я прожил с 5 лет, ну, я прожил в коммунальной квартире, в обыкновенной коммунальной квартире, скажем так, в простой, где жили самые разные люди, от каких-то полуграмотных старушек до каких-то бывших гимназических директрис. Какой-то бывший народоволец и какой-то, не знаю, какой-то стукач на пенсии. Это были обычные, так сказать, квартиры. Но потом, когда мне исполнилось там примерно лет 6, я переехал, и до 10 лет я жил в квартире, которая находилась в подвале. Зик. Я жил в подвальной квартире, коммунальной квартире. Мы там занимали одну комнату, кстати. Вопрос, почему Дениска не выливал на самом деле манную кашу из окна? Потому что этот рассказ был написан тогда, когда Дениска вместе с его папой жили в подвале. Окно было вон там, понимаете? Поэтому выливать манную кашу из окна было, как понимаете, затруднительно. Это была, наверное, мечта моего папы об отдельной квартире, чтобы где все вот так роскошно, и можно кашу вылить из окна, с балкона. Мы жили в этой коммуналке, а дом был очень непростой. Это был почти что один из самых главных домов города Москвы. Он был еще раньше, чем дом на набережной знаменитый, так там 5-й дом Советов в Романовом переулке, тогда он назывался улица Грановского. Там жили все, кто хочешь. Там был прописан Хрущев, там жили маршалы, там были... Ну, чертов ступе, понимаете, там Рокоссовский, Конев, там жили Молотов, Косыгин, там, понимаете, потом там покойный Щербаков и прочие, так сказать, господа. И дело в том, что... А мы жили, соответственно, внизу. И я совершенно четко понял, что вот мы живем втроем в комнате, там, 18 метров, а наверху у нас... Над нами восьмикомнатная квартира, в которой живет семья из 4 человек. Понимаете? И там у моего дружка специальная комната для железной дороги, чтобы играть в железную дорогу. Вот. И такая, там был такой демократизм в одном, знаете, в одном направлении. То есть эти ребята, мы все дружили, и эти ребята из верхних квартир приходили к нам в гости и играли с нами в пряталки в коммунальном коридоре, все было замечательно. Но мы вот к ним почему-то не ходили, как-то так не складывалось. Не так, чтобы нам даже как-то и не очень хотелось, а может быть нас не очень звали, но выходило вот так, что такая вообще демократичность – это то, что идет сверху вниз. Мы можем сказать, что директор магазина демократично пожал руку там уборщику. Можем сказать. А наоборот, нельзя сказать демократично. Он ему, может быть, пожал руку, да, хорошо, с чувством собственного достоинства. Ради бога, пожалуйста. Но не демократично. Такие тонкости русского языка. И русский язык здесь нам объясняет, что к чему. Вот. И вот я жил в этой квартире, и я, так сказать, досыта хлебнул вот этого советского социального неравенства, понимаете? Я его видел вот каждый день, каждую минуту, понимаете? Хотя жизнь была, так сказать, очень интересной, и, например, вообще советская жизнь была устроена очень интересно. Вот, например, вот мой папа, живучи в этой вот коммунальной квартире, на первом этаже, тут вопрос еще, как он туда попал. Это квартира, которую устроил, эту комнату, которую устроил мой дедушка по маме. Он был шофером в гараже Совета Министров. То есть он был тоже, так сказать, ну,
к челяди, скажем, принадлежал, вот, к обслуживающему, это к обслуге. Вот он там, и эту комнату он смог устроить своей дочери, то есть моей маме, и, соответственно, мы туда с моим папой туда приехали. Это было очень, кстати, хорошо, это было улучшение жилищных условий, потому что до этого мы жили впятером в одной комнате. А потом, значит, вот как-то улучшились. Хоть в подвале, зато втроем. Ну, видите, так вот это все бывает. Но при этом очень интересно, что мой папа, вот живя вот там, купил машину «Волгу» себе. Ну, в семью. Мы все, так сказать, ее купили, эту квартиру, машину, так было хорошо, синяя, красивая, голубая «Волга» первой модели с оленем на капоте. И очень интересно, что когда мы эту машину загнали к нам во двор и высыпали ребята, то мои братья по классу, у нас, простите за грубость, эти ребята делились на два класса – принцы и дворники. Понятно, кто принцы и понятно, кто дворники. Так вот, дворники, то есть мои братья по классу, очень как-то вертели носом, им как-то это все не нравилось. Как же так, из нас, из дворников, вдруг машину себе купил, ишь, там фон Барон себя кошит. А вот принцы, наоборот, были в полном восторге. Они бегали вокруг машины, стучали по ней, пинали эти самые, как это называется, шины там, смотрели на оленя и говорили: «Ой ты, машина, класс, Волга, синяя, красивая, собственная». И через каждые два слова повторяли слово «собственная, собственная, собственная». А я ничего не понимал и говорю: «А что тут такого?» Говорит: «Твой дедушка на ЗИСе ездит». Знаете, такой, как советская Rolls-Royce. «Твой дедушка на ЗИСе ездит, а это какая-то Волга несчастная». Он на меня посмотрел и говорит: «Дурак ты, да дедушку завтра чик, и ни дедушки, ни ЗИСа, а у вас, собственно». Вот такие вот дела. Я тоже очень, так сказать, много там подумал, много там это самое услышал. Например, когда туда пришел маршал Жуков в гости к кому-то, к какому-то другому маршалу в штатском. Мы, конечно, ребята совершенно все с ума сошли, кричали: «Жуков, Жуков пришел, Жуков!» И на великах, на таких, ну, совсем крохотных великах, бегал, туда ездили вокруг него, вокруг этих двух, значит, людей, один в таком маршалской шинели, а другой в таком драповом пальтишке. Вот. Ходили, ходили, потом, наконец, нас, по-моему, шуганул этот маршал, сказал: «Ну хватит», говорит, «ну насмотрелись, мол, уехали». Мы сели в садике на лавочке, и тут я спрашиваю: «А почему Жуков в штатском, он же маршал?» А мальчик мне говорит: «Ты что, не знаешь, его Хрущ из армии выгнал?» Я говорю: «Да», говорит, «а почему?» Он говорит: «Только никому, Хрущ его забоялся». А? То есть то, что мы потом узнали из газет, из каких-то там, не знаю, уже это, очевидно, мальчик, разговоры, которые у них дома велись, он тут же, так сказать, выдал. Кстати, жена Хруща, то есть Нина Петровна Хрущева, раз в месяц приезжала к нам во двор. Зачем? А дело в том, что они были прописаны в этом самом доме. А она была пенсионер, и поэтому она состояла в парторганизации при домоуправлении. И у нее было партийное поручение проводить политинформацию с работниками, так сказать, домоуправления. И вот раз в месяц останавливалась машина за воротами, она не въезжала во двор, что характерно. И выходила Нина Петровна в синем платье, в мелкий белый цветочек таком. Сейчас бы сказали в стиле Лора Эшли, но тогда таких слов не было. В синем платье, в мелкий белый цветочек. В сумочке, из которой торчала газета «Правда», такая, с причесочкой. И чапала через весь двор в угол двора, где был такой маленький домик с надписью «Домоуправление». Там я уже ждал, так сказать, народ. Она... И мы ей кричали: «Здрасте, Нина Петровна, здрасте». Она говорит: «Здрасте», она кивала, значит, я ушла. Вот. Безо всякой охраны, разумеется, понимаете, так ушла, как есть. Но это тоже понятно, понимаете, когда страна вся в целом окружена, там, как говорится, тройным забором, то тогда внутри нее можно ходить и без охраны. А вот, сейчас другая жизнь, поэтому понятно все. Вот так вот это вот волоклись мои дни.
Ну и там много еще интересных вещей про то, как мы купили дачу, как мы тоже путешествовали от снятой комнатки, потом от маленького домика, потом, наконец, папа заработал и накопил, и мы купили большой нормальный дом, и про знакомых писателей, там много разных забавных историй. Но еще забавнее, там интереснее просто про папиных друзей. Дело в том, что мой папа писателем стал в 48 лет. Я прямо его копирую. Я в 58, а он в 48. И поэтому у него писательской компании такой не было. И вообще он был человек совершенно антиэлитарный. Он дружил со своими одноклассниками. Вот с тех пор, с 20-х годов. И эти одноклассники, их было 4 человека, они все время приходили к нам в гости, и папа приходил к ним. Чаще приходили они к нам, потому что когда мы вот купили новую квартиру, вот кооперативную квартиру папа купил. Мне иногда говорят: ага, твоему отцу вам дала квартиру советская власть. Ничего она не дала нам. Эту квартиру была заработана на деньги моих родителей, на моего папы, как писателя-эстрадника, и мамы, которая тоже была актрисой, зарабатывала неплохо. И вот они копили и накопили. Ой, много лет. Понимаете? У нас было попросторнее, поэтому эти друзья детства ходили чаще к нам. Я очень удивлялся, что это самое... Они приходили, они хохмили, рассказывали про школу, про учительницу, что-то вспоминали, какие-то дела. И это было совершенно без, так сказать, как называется, бесконечно. Вот. А еще у нас была очень интересная история, которая отчасти описана в рассказе моего папы под названием «Человек с голубым лицом». Про то, как была авария, и, значит, там все выжили, вот и, ну и так далее. Там это очень трогательный рассказ. Но, разумеется, в жизни было все не так. Авария была. Меня в этой аварии, естественно, не было. Я был дома. А в... принимали участие в этом, то есть ехали в этой машине, у нас была такая, как вам сказать, такая привычка в поселке. Наш поселок был далеко от автобуса, 2 километра, а электрички не было вовсе. Поэтому люди подвозили друг друга. Иногда это было даже в порядке вещей. Вот представляете себе, в воскресенье, допустим, или там гуляют люди, ну, или в субботу вечером выходит весь поселок на прогулку. И тут и там раздаются голоса: мы завтра в 8 часов едем в Москву, у нас есть 2 места. Просто вот так, понимаете? И говорит: вот мы, я с вами поеду там. И вот таким же манером к папе в машину сели один писатель по фамилии Костюковский. Но не тот знаменитый эстрадный писатель Костюковский, а другой Костюковский. Яков, Яша Костюковский. А другой писатель, детский писатель, Боря Костюковский. Но неважно. И 3 рабочих. Генка Мазуров, Генка Иванов и Коля Луковкин. Рабочие, которые работали, так сказать, в поселке. Потому что поселок был, как всегда, недостроен по-советскому. Знаете, поселок, люди живут, но еще надо водопровод довести, надо еще электричество довести, там что-то доделать, там, понятно. И на подъезде к Москве машина перевернулась. Потому что потом нашли милиционеры в шине. В покрышке какой-то гад подложил специально такой маленький противотанковый ежик такого вот размера. То есть 3 сваренных стальных стерженька заточенных. То есть какой-то гадкий человек специально подбрасывал их на дорогу, очевидно, чтобы... Ну, короче говоря, такой один, значит, нам достался, машина перевернулась, но это была машина «Волга М-21». Там сколько там, 1,5 миллиметра сталь, то есть танк чистый. И... она своим ходом потом доехала домой, но я говорю не о том, а о том, что мы, все эти люди, которые собрались, сказали: все, это у нас, мы второй раз родились, считайте, мы теперь типа побратимы. Вот. И собрались выпить следующим же вечером. Еще через неделю собрались выпить. Потом писатель Боря Костюковский отвалился, а вот эти вот 3 рабочих паренька остались. И, ну, паренька как там... мужики, наверное, уже. Ну, мне казались, что они... Сейчас я их считаю пареньками, а тогда уж мужики, наверное, лет по 30 было. И вы знаете, они приходили
довольно часто, ну раз в две недели точно, на дачу. И они с папой сидели долго-долго о чем-то разговаривали, выпивали. То либо они приносили бутылочку, либо он им ставил бутылочку. И вот о чем они разговаривали, я не знаю. Но это был такой какой-то вполне человеческий, заинтересованный разговор. Ясно, они рассказывали о своих там детях, женах, работах, зарплатах, там тревогах, бедах. И это было прекрасно, понимаете? То есть не было... Я хочу сказать, что не было вот никакого вот этого вот, то, что называется, понта, понимаете? Вот такого, что вот мы такие вот, а вы так никто. Вот, нет, ничего подобного. Поэтому это было тоже такой большой воспитательный момент в моей жизни, который, по-моему, не отражен никак в этой книжке замечательной, ну, в смысле, в книжке моего отца. А я вот как раз пишу о таких вещах, которые там интересно было бы узнать. Вот, вот смотрите, я уже разговариваю полчаса, наверное. Да, ровно полчаса с Алировым. И поэтому я бы хотел спросить, может быть, кто-нибудь хочет что-нибудь у меня спросить, задать вопрос. Давайте. Да. Это классическое отделение? Да. Нет, Даватур — это ленинградский филологический гуманитарный подготовки. Понимаете, в чем дело? У меня очень интересные были родители. Моя мама, внимание, дочка шофера и секретарши, она сказала мне: молодой человек должен знать латынь и греческий, а дальше как получится. Вот так. Я стал учить латынь и греческий. Да. А вы много рассказываете про отца, и это понятно. А не могли бы вы побольше рассказать о своей маме? И, собственно говоря, вы рассказывали, что в книгу, в новую, вошли печальные истории, как любили, как расстались и так далее. В итоге всех уже интересует, как у вас сложилась семейная жизнь, какие хорошо, дети, какие расскажу, внуки. Сейчас все расскажу. Значит, моя мама была человеком замечательным совершенно. Она намного пережила моего папу. Папа умер в 1972 году, а мама умерла в 2007 году. Она была из многодетной семьи. У нее была сестра и двое братьев. Их было четверо в семье моего дедушки Василия Харитоновича, который был шофер, и бабушка Анна Алексеевна, которая была секретарша. Она была секретаршей еще с дореволюционных времен, то есть она работала в страховом обществе «Россия» конторской барышней. Вот. Моя мама родилась в 1924 году. Она, когда началась война, она только закончила школу, она пошла на войну, она на Волховском фронте провела 2 года, по-моему. Потом она рассказывала ужасно много ужасных совершенно историй. Она была, естественно, в штабной, но она рассказывала просто, как страшно было под обстрелом, как страшно было пробираться сквозь мерзлые трупы немцев, когда они шли там. Ну, всякие такие вот ужасы войны. Я это все знал, это все было для меня очень близким и родным. Вот, потом она поступила учиться во ВГИК, в мастерскую Герасимова и Макаровой. А потом она стала работать в эстраде. Она стала, ну, как актриса, она, в общем, не состоялась на самом деле, хотя она снималась даже в каком-то студенческом фильме у Татьяны Лиозновой, с которой она училась вместе. Вот, но у нее, ну, она была очень красивая, ну и все, пожалуй, в актерском смысле. Но зато она прошла какой-то многотысячный кастинг и стала ведущей программы хореографического ансамбля народного танца «Березка». Был такой знаменитый ансамбль, который ездил по всей стране и по всему миру. И моя мама, красавица, выходила в таком русском платье с блестками, с искусственной косой, в кокошник, и говорила, вела программу в СССР на русском, а когда приезжали в Англию — на английском, в Египте — на арабском. Она, естественно, учила наизусть все названия там и все такое. Вот. И вот она была вот так вот, очень, то есть такая вот визитная карточка такая. И ей очень повезло в том смысле, что она, когда эти
этот ансамбль гастролировал за рубежом, то приглашали на прием. И кого брала с собой? Естественно, руководительница ансамбля Надежда Надеждина и там директор ансамбля, там главный там какой-то музыкант и она. То есть их там был человек 5, вот они такая вот верхушка. И она, ей очень повезло, что она видела там многих людей живьем, там, типа там Нассера, там она видела там Йосипа Броза Тита, там каких-то королей, там каких-то бельгийских, ну и всякая такая штука. В общем, она мне много рассказывала об этом интересных вещей, фотографии показывала. Вот. И потом, когда я пошел в школу, она стала просто домохозяйкой, а потом она закончила заочный институт ИНЯС и стала учительницей английского языка. Вот. Просто учительница английского языка, она преподавала в школе, она преподавала в медицинском училище, в архитектурном институте, вот. Но она была человеком очень хорошим, интересным, она очень внимательно со мной занималась, водила меня по выставкам, водила меня по разным, просто по городу, показывала, что вот здесь то, здесь все, разговаривала со мной о книгах, как и папа. Вот, она такая была человеком с самообразованием, скорее. Вот. Ну, а что касается моей семейной жизни, она была довольно длинная, сложная, интересная, но сейчас я могу сказать, что я уже не в первый раз счастливо женат на прекрасной женщине по имени Оля, которая моложе меня на 11 лет. Она экономист, ученый, она член кор Академии наук, она замдиректора Института Европы Академии наук. Вот мы с ней познакомились давно-давно-давно, когда я был главным редактором научного журнала МГИМО. Я когда-то был политологом, причем политологом такого хорошего рейтинга. И меня ректор МГИМО пригласил стать главным редактором нового журнала такого по международной политике. Я, естественно, согласился, кто бы отказался. И вот молодая, тогда она была проректорша МГИМО, стала членом редакционного совета. Так мы и познакомились. Потом поженились. Вот. Ксения. Моя сестра Ксения. Моя бедная сестра Ксения, которой уже с нами нет. Потому что вот она несколько лет назад, два с половиной года назад она умерла несчастным образом. Она чем-то, у нее какая-то желудочная катастрофа произошла, от которой ее не смогли спасти. Отравление. Пищевое отравление. Можете себе представить, в наше время, покушавши в столовой, можно было получить такое отравление, которое и съело печень, так сказать, насмерть. Она за 2 недели в ужасных мучениях скончалась. Бедная, я до сих пор ее вспоминаю. Очень талантливая девочка. Она была моложе меня на 15 лет. У нас так в семье получается. Старший брат меня старше на 13 лет. Ну, от другой матери. Соответственно, вот Ксюша младше меня на 15 лет. Она закончила ВГИК, сценарный факультет. Она писала много пьес, ее пьесы идут по всему миру. И в нашей стране, и в Америке, в Болгарии, во Франции, где хотите. Она была в Союзе театральных деятелей тоже каким-то деятелем. Она была секретарем правления Союза театральных деятелей России. Она очень много сил отдавала воспитанию и продвижению молодых талантов. Она говорит, что уже самой писать некогда, потому что читает, все время читает пьесы и посылает их в один театр, в другой театр и так далее. В общем, она была чудесным человеком. Умным, добрым, очень талантливым. Ее последние книги очень талантливые, очень горькие, правда, потому что у нее с моей мамой были сложные очень отношения. Сложные. У меня это тоже описано в этой моей книжке. Она, ну, грубо говоря, она не могла простить своим родителям, что они родили ее так поздно. Понимаете? То есть ей хотелось бы, чтобы у нее были молодые, бодрые родители, как у меня. А она, когда она родилась, папа стал хворать и очень скоро умер. Папа умер, когда ей было 6 лет.
А мама, так сказать, там билась там всякими житейскими делами, тоже не могла уделить ей достаточно внимания. А я тогда первый раз женился и занимал, и у меня родилась дочка, и я занимался собой. Она была, в общем, в ужасном забросе и очень от этого тосковала. Но как человек мужественный, она этого не показывала никогда. И это только выяснилось, когда ей стало там лет 40, и она написала эти свои горькие книжки под названием «Заблуждение велосипеда», там «Секрет русского камамбера». И вот главная книжка, которая недавно вышла, уже после практически, ну, в дни ее смерти, «Туда нельзя» называется. Вот. А так она бодро улыбалась, говорила, все в порядке, все прекрасно, все отлично. На самом деле она очень страдала от своего одиночества, такого подросткового, детского и подросткового одиночества. Вот. Я, так сказать, это вот Ксюша всегда в моем сердце, что называется. Да. Ой, страшное дело. Кем я мечтал стать в детстве? Я мечтал... Я могу сказать, я не мечтал в детстве стать писателем. Я не мечтал в детстве стать филологом. Филологом я стал мечтать уже не в детстве, а когда мне стало 15-16 лет. Я в детстве мечтал стать, извините, пожалуйста, священником. А потом мечтал стать офицером. Когда я мечтал стать священником, почему-то это вызвало дикий хохот у всех моих близких. Поэтому меня, в общем, обхохотали. И я от этого отошел, бросил. Потом я мечтал стать офицером. Быть таким. Вот. А у нас был... Да, у нас есть дальний родственник, какой-то пятиюродный брат моего папы. Дважды герой Советского Союза, генерал-полковник танковых войск Давид Абрамович Драгунский, начальник военных. Он был командовал Закавказским округом, потом он был военным, потом он был руководителем, как начальником высших офицерских курсов. Выстрел были такие курсы, где готовились разные там кадры для демократических движений, скажем так. Ну вот, в Солнечногорске, там есть улица Драгунского, есть ему памятник стоит, что все как надо. И вот, когда я всех замучил, что я хочу быть офицером, мне сказали, ну поговори с дядей Димой, он тебе все объяснит. Ну, то есть, как стать офицером, все такое. И в один прекрасный день дядя Дима сам приехал к нам поговорить со мной. Не я к нему, а он ко мне. Он приехал, звонит в дверь, а родителей нет дома. Я кто там? Я говорю. Он говорит, это дядя Дима. Я открываю дверь, стоит дядя Дима в своей там, ну, ясно, что старик, но уже пожилой человек, седой, генерал, так сказать. А я ему открываю, я в воскресенье там, по-моему, середина дня, а я еще в пижаме. Ну так получилось, а встал и не оделся, так сказать, еще мне зубы не чищены. Ой, дядя Дима, проходите. Он говорит, да. Офицер, говорит, передо мной стоит, говорит, да, говорит. Ну, говорит, ну что, ну все понятно, говорит. Ну что тебе я буду объяснять, говорит. Ну какой ты офицер? Офицер это человек, который подтянутый, причесанный, стриженный, не такой потлатый, как ты. Который вот зарядку уже сделал, который в 12 часов уже успел переделать тучу дел. Вот. Дальше он сказал мне, мы с ним посидели, попили чай, он сказал, понимаешь, говорит, я могу тебе, конечно, составить протекцию, чтобы тебя приняли в какое-нибудь военное училище. Но, говорит, я тебе клянусь, ты выше майора не дослужишься и уйдешь из армии несчастным человеком с маленькой пенсией, с ненавистью ко всей своей жизни. Говорит, брось ты это дело, говорит, не получится у тебя офицер. Говорит, я бы гордился, был бы рад, чтобы мой троюродный племянник стал офицером. Но, говорит, ну ты посмотри на себя в зеркало. Ну кто ты? Ну посмотри на свое расписание. Вот, так что эти две мечты мои совершенно ушли. Вот так вот. Так бывает. Да. А что с Мишей сейчас? С Мишей сейчас тоже такое несчастье. Миша, бедненький, 5 лет назад попал под машину.
Просто на улице большая компания стояла. Меня там не было. Вот. В Ленинград поехали мы всей нашей компанией, такой, в которой Миша тоже был. Мы с ним дружили все время. Ну, не совсем все время, но где-то вот начиная там с 50 лет мы снова стали дружить. Стояла компания у дверей там какого-то, по-моему, вышли из какого-то, то ли из кино, то ли из ресторана, я ж точно не помню, но... Ну, короче говоря, Миша стал ловить такси, вышел там, шагнул там или на тротуаре, какой-то человек, так сказать, кто-то там как-то не так срулил, и его на глазах у всех. Знаете, смешно, конечно, я в этом признаваться, я тоже должен был туда ехать, в эту компанию в Ленинград, в Петербург, я не поехал просто по каким-то, то ли мне лень стала, то ли такие дела, и вот когда мне это сказали, я сказал: Господи, как жалко, что меня там не было, а вдруг бы я бы к ним бы... Ну, с ним бы просто отвел бы его в сторону, сказал: вот, Мишка, слушай, я тебе что расскажу. И этот самый, эта машина бы промчалась мимо в этот момент, понимаете? Вот я когда это, я это иногда думаю в голове, прокручиваю. Но не угадаешь, не угадаешь. Да. Да, я закончу свою книгу уведомлением о том, что это только первая часть. Я, наверное, надеюсь, что я напишу вторую часть. А может, и кроме того, я еще, когда я перечитал эту книжку, я увидел, что я туда, ну, в лучшем случае, половину написал того, что я хотел напихать. Может, я напишу еще, как говорится, дополнение к ней. Вторую, расширенную версию. Не знаю. Но вторую часть, конечно, хочется написать. Но тут, понимаете, тут есть один очень человеческий, смешной вопрос. Вот когда я пишу о том, что было со мной, когда я был маленький, то есть что было, ну, если так говорить точно, мне 60 лет назад, понимаете, 60 лет назад. Во-первых, уже кого-то уже на свете, нет? Чьи-то следы абсолютно потерялись. А человек, который может, так сказать, на что-то там, ну, скажет, ну, зачем, мол, ты это написал, я могу сказать: ну, слушай, ну, дружок, нам же тогда было по 10 лет, ну, что ты, с ума сошел? Мы же тогда были дети, это все не считается, это все не считается, это детство. А если я буду писать о том, что со мной было, когда мне 30 было лет, там, 25, 30, 40 лет, то это уже ой-ой-ой, понимаете? Все эти люди рядом. И писать такие воспоминания всегда очень опасно. Трудно, по понятным причинам. Поэтому я, так сказать, вот... Ну, хочется. Очень хочется. Потому что очень было много интересного. Ну, значит, скажу «Б». Вот так. Еще кто-то что-то хочет сказать, спросить? А, там вторая книга продается моя, она предыдущая книга, это последняя, та предпоследняя. Она называется «Фабрика прозы. Записки на латочка». Дело в том, что я все время... Что, пора кончать, Миша? Вот. Дело в том, что я все время пишу какой-то дневник, понимаете? Для меня мое сочинительство, оно... Это постоянный поток. Я пишу не только это самое... рассказы, или когда я сажусь писать роман, или там какой-то вот такой мемуар. Это с одной стороны. А при этом я еще пишу постоянно, вот что называется, что в голову войдет. Понимаете, иногда за день я могу написать 5-7 страниц, просто вот о чем я думаю сейчас. И я набрал такую серию дневниковых, так сказать, записей, касающихся литературы. Литературного мастерства, каких-то советов начинающим, может быть, молодым писателям, каких-то своих соображений по поводу того, как литература устроена, о разных писателях, о разных... Ну, в общем, по литературной части. Это какой-то литературный дневник. Эта книжка называется «Фабрика прозы». Ну, она тоже интересна, если особенно интересна, может быть, для филологов или для людей, которые... ну, как-то так или иначе хотят свою жизнь, ну, связывают с литературой, или кто-то интересуется литературой. Вот так.
Вот такая вот история, вот такая вот книга. Конечно, это довольно смешно, что я рассказываю о книге, которую я даже не могу в руках подержать и вам показать. Но она есть, честное слово. Ну что, спасибо вам, что вы меня так внимательно слушали. Надеюсь, что вам было интересно. Да?